roller coasters. Здравствуйте! Сегодня рассмотрим штатную автомагнитолу для Hyundai Santa Fe на базе операционной системы Android S150. Данная автомагнитола оснащена ярким TFT LCD HD монитором с разрешением 800 на 480 точек. В магнитолу встроен полный мультимедийный комплект – радио, музыка, фото и видео, доступ к которым возможен через USB, аудиовход 3,5 мм, флеш-карту microSD и компакт-диск. Радио работает на AM и FM частотах, причем с возможностью создания списка любимых радиостанций. Через аудиоплеер можно воспроизводить музыку с карт памяти microSD или USB 2.0 в форматах MP3 и WAV. Через видеоплеер можно посмотреть видео в форматах MP4, AVI, MPEG. А через программу просмотра изображений можно посмотреть любые картинки и фотографии в формате JPEG. Также аудио и видеофайлы можно воспроизвести через компакт-диск, если он в формате DVD-аудио, DVD-видео или CD, или через аудиовход 3,5 мм, подключив к нему iPod, телефон или MP3-плеер. Помимо этого, есть такая замечательная вещь, как виртуальная CD-машина с памятью до 20 дисков. Также есть телевизор, показывающий большое количество каналов в отличном качестве. Если в вашем автомобиле встроены мониторы в подголовнике, то можно перевести изображение на них. Помимо этого, можно вывести изображение с видеорегистратора. Кроме первоклассного мультимедийного набора, данная версия операционной системы оснащена Wi-Fi, благодаря которому возможен не только интернет-серфинг, но и закачка всевозможных Android-приложений через Play Market. А также магнитола оснащена модулем Bluetooth, при помощи которого можно совершать звонки прямо с дисплея магнитолы. Огромнейший плюс в данной магнитоле – это возможность установки навигационной системы Navitel, которая не понаслышке славится своей точностью, простотой и функциональностью в области навигации. Также есть весь необходимый офисный минимум – калькулятор, отправка электронного письма, планировщик, всемирное время, электронная книга, календарь. На этом все. До скорых встреч.